Эта команда была собрана год назад, и с каждым днем они становятся все лучше. С каждым днем они все больше похожи на команду. Для группы парней у нас есть очень хороший хайп. У нас отличная расслабляющая атмосфера, и мы действительно рады всему, что у нас есть. Гребля для меня — это действительно долгий, сложный процесс, это отбор. Мы упорно работаем каждый день, чтобы заставить себя становиться физически и морально сильнее. Лучше и лучше каждый день. Это большая работа, это тяжелая работа, но они любят ее и делают ее. Если вы соревнуетесь на самом высоком уровне в мире, то вы должны иметь лучшие инструменты, доступные для тренерской работы и обучения ваших ребят. На гребном тренажере RP3 вы полностью имитируете движение, которое есть в лодке. Все движется. Сиденье движется, рукоятка движется, движется опора ног. Таким образом, вы тренируете все мышцы, которые задействованы в гребле, чтобы иметь хорошую скорость в лодке. Когда вы соединяете гребцов вместе, вы видите различия в том, как они гребут и что они делают. И они могут регулировать это сами. Они могут видеть мощность гребка, которую они произвели вместе. Если вы хотите иметь 100% синхронизированную команду, RP3 – это лучший инструмент для использования. Пару раз в год вы можете сравнить себя с остальным миром, и в этом году это можно сделать на Олимпиаде. Я думаю, что жизнь — это достижение целей, и это спорт. И соревнования на Олимпиаде — это самая высокая цель, которую вы можете достичь. Вот почему мы хотим показать себя миру. Это то, что мы все хотим сделать. Хотим победить, хотим быть лучшими в мире. Вот и все.